Перед тем, как начать, хотелось бы сказать несколько слов, дорогие дамы и господа. В преддверии Международного женского дня 8 марта хотелось бы поздравить вас от нашего коллектива с наступающим. Мы желаем вам добра, счастья. Улыбайтесь почаще. Мы вас очень любим и уважаем. И в честь этого мероприятия, если это так можно назвать, мы подготовили вам две песни. Надеюсь, вам понравится. Thank you.